Итак, продолжаем. Elden Ring. Выбегаем из этих катакомб. Это слава богу, это не катакомбы. Фух. И нужно пооткрывать, я думаю, костерки здесь на севере. Плата. Альтус, поэтому. Сейчас как-то. Как-то бы отсюда съехать. Подождите, подождите. На дорогу бы выехать. Наверное, здесь. Угу. Старая мельница крутится, вертится. Так, нам, наверное, наверх надо. Сейчас попробуем. Уф. Золотая маска стоит. Бдит. А что здесь будет? Наверное, какой-то инвейд, да, опять в меня. О, бабки наплясывают, стараются опять. Эй, да-да-да, я. Понял вас. Нифига себе. Ху. О, дорожный день, вельможи, перчатки вельможи, штаны вельможи, парные клинки рыцаря, чего так и не взял. Все бабушки расстроились, что я им помешал. Кто там взрывается опять? Костер, где же он? Тут под мостом должен быть костер. Вот, вот что. А как попасть под мост? Снова пастбище. У лестницы. У мельницы, у лестницы. Ладно, хрен с ним. Да не, стопудово под мостом этот костер, вон он. Я говорю, он тут есть. Сейчас я его открою и дальше. Значит, надо будет апостола бахнуть еще одного опять. У реки как-то стали мужики спорить, кто из них мудрее. Деревушка, так где наша тут опять мельница? Ну надо выше, наверное. Можно в принципе почекать тут, поползать, какую-нибудь херню набрать. Ну, он, по-моему, прямо здесь будет костер. Ч
чуть выше. Вот. Сейчас опять с апостолом придется танцевать, блин. Ну, по-моему, легче должен быть, чем... чем тот. Может быть, хп будет меньше, кстати, как вариант. Но это не точно. Да, вот ходит. Подожди пока, не агресси. Ой, а я не отдохнувший, да? Ни разу. Молодец. Так, я здесь в выигрышном положении. У меня право первого выстрела. И второго. И, возможно, третьего. Блять, ну скотина, ну сука! Ты ниндзя, ты сраный! Ну сейчас у меня шкалик будет. И вообще, в принципе, можно тут же на лошади, можно, да? Тут же можно на лошади. Можно его разводить на что-нибудь. Так, 3 удара у меня есть. Там лишь 4. Раз. 2. 3. Все. 4. И все. Делов-то на копейку. Свежеватель и карающее черное пламя. Вот по идее, сейчас можно... Сейчас давайте-ка мы продолжим Мелисенту. Сейчас мы к ней слетаем. Так, где она у нас? Мелисента, лячо я тебе принес. Теперь еда, блин. Ты хочешь отдать мне эту руку? Спасибо тебе, я вновь у тебя в долгу. Думаю, если эта рука будет хорошо мне служить, когда-нибудь я снова смогу взять руки в руки меч. Она сейчас появится тут или нет? Или нужно опять куда-то уходить, перезагружать локацию, время пере... Нет, вот она. Молодец. Руку приделала? Ну, симпатично уже. Смотри, какая. Ну, мы снова встретились. Подаренная тобой рука — настоящее чудо. Она неотличима от живой, даже когда я держу меч. Глупо хвастаться этим перед тобой, но в своем умении сражаться я уверена. И поэтому я прошу тебя призвать меня в бой, если я понадоблюсь. Ну, видимо, дальше она уже появится... Где? А, кстати, где она еще появится после этого? В принципе, можно, да, выдвинуться сейчас на Warm Face, вот сюда вот. Великий мост, пересекающий лес. А я смогу спрыгнуть вниз с этого моста? С великого моста, пересекающего лес. А почему нет? Он так замечательно прыгает с него.
Я думаю, я этого Worm Face просто шотну. Ну, в смысле, не... Вряд ли я его шотну, но... Урона я ему знатно всажу. Почти фул, мне кажется, ударю. Потому что он... У него ХП мало. Он противный, но ХП у него мало. Какое-то нехорошее место, блин. Смогу попасть, нет? Нет, не смог, ладно. Не смог и не смог. Плохо, что у меня сейчас все кончится уже. Пока я пытаюсь смочь. Да, блин, ну все бафы кончились. Нет, ну этот на 3 минуты баф, этот не кончился основной-то. Шаврири бафну еще раз. Так. Ну все, давай, заряжаем его. Ну, да, говорил, что тут. Он как бы был босс, но у него даже ХП не появилось. Но я его засчитаю. Раньше у него было ХП. Как будто ХП босса. А сейчас почему-то нет. Да, на паузе. Где-то тут костер должен... А, вот он. А я быстрей. Уф, ножик хороший. Как там у тебя, говорю, твои рядовые? Цветет и пахнет. Это шикарнейший нож. Лучше Редуви, наверное, даже. У него же пассивка, по-моему, на большее расстояние летит. Еще максимально ХП режет. Но опять же, он кровотек не накладывает. У Редувита там накладывается кровотек от этого, от выстрела. А тут просто как бы ХП в процентах режет потихонечку. Так, вот я ненавижу эти сейчас пойдут конченые подземелья, эти тварные, я их так терпеть не могу.
И ножей-то у меня ключей-то нет. Послание? Тень омыва... А, ой, ой. Ой, это еще... Фу, я понял, что это. Сейчас я здесь надолго. Это здесь надо великана-то этого... Ой, не великана. Как его? А, этого. Оренщика-то вести. Я еще не знаю, куда идти надо. Ладно, сейчас пробегу. Нет, 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 я провалюсь там. Подождите, хотел взять. Давай, ладно. Я готов. Ух, я бы их сейчас, кстати, подпалил хорошо. Мелкие пыльцы. Ну ладно, сейчас приму. Что у вас за разговоры о песнях? Шихала так. Слишком громко связано, сказано с песнями. А это куда ведет? Это куда ведет? Кто это? Даже не знаю, кто это был. Набери в Ютубе Шихал на английском. И сразу же все будет. Я не смешиваю две разных деятельности. А-а-а! Ну ладно, хер с ним. А вот тут, по-моему, какой-то лут есть интересный, или мне кажется. Нет, мне кажется, наверное, все-таки не тут. В другом месте где-то было. Я помню, типа такой же комнаты что-то, но там какой-то ли меч валялся, то ли чё ли. Суки, не подходите ко мне! Не подходите ко мне никому! Никто ко мне... Почему не попадает? Почему? Запись нажать, пускай идет. Там происходит жизнь какая-то своя. Блять, тебя, суки, не хватало еще. Я говорю, всех... Я...
Боже ты мой, напихали просто все сюда. Блять, это... Вы чё, суки? Давай боссов сюда напихайте. Все говно спи... Я говорю, какой-то обиженный, что ли, делал? Раздвоенный топорик. Спасибо. Блин, я их всех сейчас уничтожу. Да тут инста это более безумное, чем прохождение, я так скажу. Ой, да блин, нахер. Да что ты? Я, наверное, буду тут кататься, пока их не забью. Она еще так резко падает, ах ты. Думал, все проще будет. Я смогу отсюда, кстати, попасть по ним, нет? Не могу. Аккуратно. И самое обидное, что здесь помирать-то как-то совсем не хочется. Блять. Ну ёб твой, да сука, иди нахер. Просто сразу же, секунды не прошло, он пошел захват делать, серьезно. Снимать маленько. Вон, сука, ходит опять. А куда мне? Куда мне с ним? А, сюда? Ладно, допустим. Или это я в самом начале? Подожди, это я в начало пришел? Какого хера вообще? Это я круг сделал в начало? Серьезно? Блять, точно. Это я в начало. Классно прокатился. Здорово. Здорово проехал. Всегда б так ездить. Ой, ёп. Ну ладно, тогда надо идти, получается, только туда вперед. Я не понимаю, нахрена тут сделан. Блять, а можно мне вперед пройти, суки? Да-да-да. Пошел вон. Пошел вон. Отстань. Если я пойду сразу же направо? Да я уж понял. Хоть пробежать, посмотреть одним глазком, что тут где. Чтобы понимать. А, вот. И его мы типа туда тянем, да? Еще его убейте. Вперед! Ну, блядь, это какая-то... Это какой-то жесть.
И раунд скоростной, конечно. Нормальный ты. Блин, а кстати, можно было, наверное... Да нельзя было. Они мне вдохнуть не дают, суки. Да, блядь, заебали! Попробую. Я лучше вот так вот сделаю. Всеми огнями попал. Ну давай беги за мной, ты же спортсмен, скоростной, скорострел, беги давай. Я даже не старился, он в смысле за мной вроде бы старился, а стамина при этом не тратится. Интересно. Упал? Че спрашиваю? Я что упал? Ах ты тварь! Блять. Вот жестко. Не то! Не надо! Нет! Нахера? Где этот ублюдок, блядь? Где эта сука в шлеме, в ведре своем? Почему это не скотина не пришла? Тьфу, блядь. Ну что за выблядок, а? Ну как так-то? Ну сука, ну где он? Хер с ним, что меня эти убили. Почему эта тварь не пришла? Тише мыши. Я уберу их, ну их нахер. Ладно. Они еще и сами убираются. Олег не выпил, серьезно? Так, стоп. Опустилась. Так, баф, в принципе, на 3 минуты. Или на сколько там? От слезы-то от этой, от шкалика-то. Надо сейчас, наверное, пробовать. Этот на 80 секунд обед. Иди сюда. Но! Двигай жопой своей. Ты видишь меня? Иди сюда. Ты прикалываешься, что ли? Блять.
Да не то стоит. Да не то. Он уходит назад. Ты дурачок, что ли? Что ты? Ну, я, видишь, я в тебя плюнул, иди. Какая же ты мерзость, а? Боже ты мой. Фух. Сука, аллилуйя. Сейчас даже если сдохну, хер с ним. Дверь открыта. Длинная серия получается. Ну что делать-то? О, клинмарики здесь. А вот это да, это надо еще, конечно, бомжей наставить. Естественно. Не знаю, кто там, блин. Кто там, кстати? Заморыш какой-то, по-моему. Блин! Инстата! Босс... О, здравствуй, дорогой. Когда-нибудь, возможно, ты мне пригодишь. Беру свои слова обратно. Мне надо было сюда. Ладно. Кристоф, это... Пусть лучше будет, чем не будет, скажем так. Все, стоп видео.